только улыбайся, улыбайся невесомости моей и отдайся, улыбайся, улыбайся. Улыбайся. Thank you.
Действительно, 80 лет — это много, то есть, значит, до 100 уже скоро, и действительно, кто-нибудь из вас, наверное, несколько человек будут что-нибудь говорить, и у вас будет 30 секунд, поэтому начинайте готовиться сейчас, за 30 секунд очень трудно что-то сделать, но кажется, что следующие 20 лет должны быть очень интересными, много всего интересного будет происходить, и у вас есть большая вероятность это увидеть, потому что когда запуск очередного интерферометра перенесли на 3-4 год, я внезапно даже бросил курить. Но я думаю, что можно постараться сделать следующие 20 лет и последующее время очень интересными. И это, собственно, скорее ваша будет задача. Действительно, от вас будет зависеть, как будет выглядеть этот мир через 20, 30, 40 лет. Ну и в каком-то более далеком будущем. Удачи! Честь, меня слышно, нет? Первоклассники, вы посчитали, в каком году вы закончите школу? В каком году они закончат школу? Кто скажет? Вы закончите школу в 2027 году. А это какой год? Слушайте, это же будет столетие. Нет, не столетие. Нет, нет, нет. Я неправильно посчитал. Спасибо, дорогой. На планете всегда твои бы дети, на всем на белом свете.